Всем привет! Вы попали на мой канал Александр Александрович, и сегодня 17 декабря 2021 год, и декабрь, и сейчас на улице снег падает, это все снегу на улице, это вообще классно и красота. И сегодня буду вам показывать подарочек со школы, и был классный концерт Николая в школе, час, с 11 до 12, это было очень классно. И поутру поехали домой, я сейчас дома, и подарочек получил такой. Вот такой, Ренат Ахметов, вот такой, и плюс календарчик. Вот такой подарочек, классный подарок, проект для тебя, и месяцы все 2022 года. Так, ну что, сейчас вам покажу, что тут внутри. Так, вот такой. Ренат Ахметов, детям твоя суперсила. Вот такая, такой подарочек. Вот и календарчик классненький 22 года. Так. Ну что, будем раскрывать конфеты? Будем сейчас. Там, конечно, куча конфет. Там куча. Так, да. Класс! Какие конфеты! Блин. Выпала. Подождите. Так. Вот. Мы сейчас раскрываем конфеты. Они очень вкусненькие. Так. Посмотрим, что у нас будет. Сейчас посмотрим. Спонсор моего влога Милка. Вот такая гора конфет. Очень хорошие. Есть вот такие, а есть другие. Так. Что это? Так. Ну что? Спаем? Смотрим, что за конфетки у нас. Так, что у нас получается? Вот такая коробочка. Так, смотрим. Вот такая печенье Тимми. Печенька. И я хочу сказать, что печенье очень хорошее. Я еще ни разу не пробовал. Буду пробовать, конечно, с чаем или еще что-то там. Так, такое печенька. Так. Итак, что у нас получается? Вот. Две таких конфеток, вот такие есть, так, печенье мини такое, о, печенька с маршмеллоу, так, кстати, так, это суперконтик, тисточка новая, ни разу не пол, так, два Джека, черный и белый, так, смотрим по конфеткам, так, такая золотая линия. Золотая линия. Есть зеленая такая. Это с фисташкой, а это... Сейчас найдем. Хоть, неважно, какая конфета, зато вкусная. Так, мелодика. Так, я еще одну золотую линию нашел. Лилю. Так. Так. Так, вот такая Тимми. Тимми такая, вот. Так, золотая линия опять. Так, медведик. Медведик, конфеточка. Вот такая конфеточка. Она... Как вам сказать? Очень вкусная, очень хорошая. Так, следующая. Вот такая вот карамелька, шоколад. Такая красненькая. Так, вот такая слаймом. Так. Что? И вот такая вот капучинка. Посмотрите, сколько гора конфет. И, конечно, собирали подарок. Очень суперский. Вот такой. Вот такие конфетки. Суперские. Очень классненькие. Я буду пить с чаем. И просто так есть. И вот. Вот для коробочки. Так. Можно закрыть пока. Так, ага, кисточка вот такой кисточка. Так, сложу, потихонечку сложу. Ага, печенька, так, я все, конечно, здесь хочу печеньку такое попробовать, что оно такое, так, отникуньте меня, так, Джеки, а, подожди, я конфеты не сложу, так. Давайте, а потом уже
Смотрим. Два. Так, есть. Так. Все, да? Все. Все. Так. Раджек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Печенье. Подождите, что это такое там по концу? Я, наверное, как-то сложу. Раз. Печенье. Два. Печенье. Три. И птичка. Четыре. Что мне делать? Мне не влазит птичка. Так, наверное, я хочу с птичкой сюда. О. Так, теперь я хочу сюда, я хочу печенье сюда и сюда. Все. Все, вот, подарочек. Малыш просится. Так, и сегодня, вот, подарок раскрыли. А, он еще закрыть. Вот. Вот. Подарок хороший. Я, конечно, не считаю, сколько конфет. Ну, сколько там. Вот. Класс подарочек. Ну что, все, с вами был Александр Александрович. Увидимся в следующем влоге. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.